28 июля. Сегодня с вами Русское лото плюс Жилищная лотерея. Михаил Борисович, я не могу скрыть своего восхищения и удивления. Вы сегодня так необычно выглядите, просто фантастика. Ну, я оделся по внутреннему ощущению. А я ощущаю себя молодым, красивым, современным и, ну, просто обворожительным. Правда? Сегодня это особенно актуально, ведь 1081 тираж «Русского лото» и 135 тираж «Жилищной лотереи» посвящены Дню молодежи. А между прочим, этот праздник и сам молод. Его в нашей стране отмечают с 1993 года. Ну, мои коллеги, они просто очень молодые люди и не помнят. А вот телезрители старшего поколения, они, конечно, помнят, что в Советском Союзе каждое третье воскресенье июня отмечался День советской молодежи. Причем отмечался с 1958 года. Страшно подумать. Вот. Ну, это естественно. Несмотря на то, что это было совершенно в другой стране, молодежь – это самая активная часть нашего общества. Молодые люди быстрее усваивают изменяющиеся обстоятельства, быстрее усваивают информацию, ориентируются быстрее и принимают оригинальные, свежие решения. И мне хочется, дорогие мои, пожелать всем молодым людям, чтобы они нашли свое место в жизни, раскрыли свои возможности, потому что именно от вас зависит будущее нашей страны. А вот я уверена, что поздравления заслуживают все, кто молод душой. Подарки в этот день дарить не принято. Но кто позаботился заблаговременно и приобрел билеты наших лотерей, сегодня могут выиграть нешуточные призы. В 1081-м тираже «Русского лото» мы разыграем 7 автомобилей, 20 скутеров и много денежных призов. В жилищной лотерее сегодня будет огромное количество денежных призов, а игра продлится до 87-го хода. А это говорит о том, что выигравших будет больше, чем обычно. Но главное, сегодня в 135-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 5 квартир! Выигрывайте всей семьей! Мы начинаем розыгрыш призов жилищной лотереи и запускаем лототрон! Итак, общий призовой фонд 135-го тиража жилищной лотереи составляет 15 817 850 рублей. Наш суперприз на сегодня 3 968 675 рублей. В первом туре мы разыграем квартиру. Итак, мы ждем первый шар первого тура. 36 56 11 74. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз. А это 3 968 675 рублей. Мы ждем пятый шар и запускаем лототрон. 76. Суперприз сегодня не разыгран, его призовой фонд переходит в следующий тираж. Продолжаем первый тур. Я напомню, что сегодня мы в нем разыгрываем квартиру. 34. У нас предвыигрышная ситуация. Лидирует уже 60 билетов. 68. Стоп, игра. Приз первого тура разыгран. Мы поздравляем наших участников из Омской области и Республики Татарстан. Каждый из вас выиграл квартиру. Я также присоединяюсь к поздравлениям и скажу сказать, что сейчас мы переходим во второй тур 135-го тиража жилищной лотереи. И в нем мы разыграем еще одну квартиру. Запускаем лототрон. 72. 84. 6. 66. 54. 43. 5. 70. 52. 31. 83. 85. 23.
73. 44. 7. 50. 55. 20. 25. 33. 39. 17. 10. 35. 29. 48. 75. У нас предвыигрышная ситуация. Лидирует один билет. 77. 49. Лидирует уже 4 билета. 60. Каждый следующий шар может определить обладателя квартиры. 59. Стоп, игра. И у нас есть победитель второго тура. Он приобрел свой билет в Санкт-Петербурге. Вы выиграли квартиру. Поздравляем вас. Сейчас начинаем третий тур сегодняшнего тиража «Жилищный лотерей». И в нем мы вновь разыграем квартиру. Запускаем лототрон. 19. 78. 37. 80. 32. 53. 90. 9. 3. 46. 61. 38. 88. 18. 22. 67. 15. 63. У нас предвыигрышная ситуация. Лидирует один билет. 16. В лидерах два билета. 41. 87. Уже 6 участников претендуют на квартиру. 81. Стоп, игра! В третьем туре удача сопутствовала нашему игроку из Омской области. Мы вас поздравляем, вы выиграли квартиру! Итак, мы уже разыграли 3 квартиры. На очереди еще 2. Запускаем лототрон. 28. 30. 24. Стоп, игра! В четвертом туре выиграли 2 участника. Они приобрели свои счастливые билеты в Ставропольском крае и в Москве. Каждый из вас выиграл квартиру. Поздравляем вас! Дорогие друзья, сегодня мы обещали разыграть 5 квартир, а в первых 4 турах мы разыграли целых 6 квартир. А ровно через неделю мы разыграем еще 7 квартир. Молодые люди, если ваш квартирный вопрос еще не решен, если вы хотите жить самостоятельно, приобретайте вот такие билеты на следующий тираж жилищной лотереи и испытайте свою удачу. Найти наши билеты очень просто в магазинах «Связной», в салонах связи «Евросеть» и «Альтелеком», в отделениях Почты России, ну и, конечно же, на сайте stoloto.ru и в лотерейных киосках вашего города. Уважаемые ставропольцы, в вашем городе по адресу улица Пушкина, дом 25, на пересечении с улицы Мира в лотерейном киоске вы можете приобрести как билеты на следующий тираж нашей лотереи, так и билеты всех государственных лотерей. Там вас ждут распространители Ольга Нестеренко и Наталья Матвеева. А мы продолжаем розыгрыш денежных призов сегодняшнего тиража. Их будет много, ведь в лототроне останется всего 3 шара. Размер денежного приза вы будете видеть на своих экранах. 45. 47. 51.
58. 79. 21. 62. 14. 71. 12. 65. 89. 1. 42. 27. 40. 86. 57. 8. 13. 64. 4. Стоп, игра. Это был последний ход 135-го тиража жилищной лотереи. Игра окончена. Итак, в нашем лототроне осталось 3 шара. Сейчас я назову их номера. Это шар номер 26, 82 и шар номер 69. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Просто проверьте, если в ваших билетах нет ни одного из этих чисел, это значит, что ваш билет выиграл. Выиграл ли ваш билет, можно узнать на сайте 100loto.ru в круглосуточном режиме. Кроме того, результаты розыгрыша публикуются в газете «Аргументы и факты» по средам. Друзья, 5 июля в 136-м тираже жилищной лотереи мы будем разыгрывать 7 квартир. Лето радует нас не только хорошей погодой, но и новыми возможностями, которые дарит вам жилищная лотерея. Станьте владельцем квартиры или автомобиля. Станьте миллионером или просто богаче. Это лето ваших возможностей. Не упустите свой шанс на успех. А после рекламы вас ждут ведущие русского лото. Не переключайтесь. До встречи ровно через неделю. Пока. Хорошо начинать воскресное утро с хорошего настроения. Ну а каким еще ему быть, если вы стали обладателем квартиры всего за 50 рублей? А именно столько и стоит наш билет. Я от души поздравляю всех, кто выиграл в жилищной лотерее с большим успехом, дорогие друзья. И теперь самое время сыграть в русское лото! Тем более, что нам есть чем порадовать любителей русского лото. Конечно, еще бы! Ведь сегодня мы разыграем в нашем тираже 7 автомобилей и 20 скутеров. Представляете, за 50 рублей вы обладатель автомобиля. Это не менее приятно, чем за ту же сумму стать обладателем квартиры. Вот он наш мешок, я подставляю его и желаю удачи всем, кто играет в русское лото! Поехали! Призовой фонд 1081 тиража составляет 23 584 900 рублей. Джекпот сегодняшнего тиража составляет 8 280 000 рублей. Ирида, а что мы разыграем в первом туре русского лото? В первом туре русского лото мы разыграем 120 тысяч рублей. Удачи! 120 тысяч рублей! Вперед, поехали! Номер 11. 11. Мы начали с барабанных палочек. Номер 68. 68. Вы заметили, где точка? Внизу. Внизу. Номер 41. 41. 41. Номер 81. 81. Бабушка с клюшкой. Номер 60. 60. Ровно. Пенсионер номер 55. 55. Перчаточки. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре выиграл один билет, купленный в Волгограде. Поздравляем, вы выиграли 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей в Волгоград. Мои поздравления. Во втором туре русского лото мы разыграем 210 тысяч рублей. 210 тысяч рублей – это больше. А значит, лучше.
Вперед, номер 83. 83. Во втором туре нужно успеть раньше других, номер 31. 31. Я имею в виду тех, кто купил билеты сегодняшнего тиража, номер 65. 65. Зачеркнуть все 15 номеров, номер 52. 52. 15 номеров своей карточки, номер 23. 23. Верхний или нижний, это не имеет значения, номер 10. 10. И тогда вы станете претендентом или сразу обладателем призового фонда второго тура, номер 26. 26. Ну, надо успеть первым, номер 25. 25. Внимание! Внимание! Следующий ход 15-й. А это значит, что на джекпот, который составляет 8 миллионов 280 тысяч рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Удачи! Итак, торжественный момент в нашей передаче. Мы пробуем разыграть наш суперприз джекпот номер 46. 46. Джекпот не разыгран, но его призовой фонд переходит в следующий тираж. Не разыгран и никакого расстройства. Мы продолжаем борьбу за призовой фонд второго тура номер 61. 61. Гагарин номер 13. 13. Любимое число Ириды Хусейновой. Номер 48. 48. Половину просим. Номер 3. 3. Третье тысячелетие с любимой игрой. Номер 34. 34. Номер 14. 14. Любимая песня космонавтов, номер 44. 44. Скольчики. Номер 16. 16. Кругом 16. Номер 12. 12. Дюжина. Номер 20. 20. Лебединое озеро. Номер 35. 35. Вперед и дальше. Номер 59. 59. Итак, номер 9. 9. И точечка внизу. Верно, номер 29. 29. Успеваете? Номер 37. 37. Успеваете зачеркивать? Номер 38. 38. А может просто записывать на листочек? Номер 84. 84. А потом зачеркнуть номера в билете. Номер 2. 2. Служили два товарища. Ага. Номер 77. 77. Топорики номер 5. 5. Отлично. Номер 27. 27. Номер 8. 8. Обручальные кольца. Номер 30. 30 ровно. 30 ровно. Номер 76. 76. Мы с нетерпением ждем сообщения компьютерной группы номер 51. 51. Что уже появились билеты. Стоп игра! Во втором туре выиграла 2 билета, купленные в Барнауле и Кемерово. Поздравляем, вы выиграли 105 тысяч рублей на каждый выигрышный билет. Дорогие друзья, ровно через неделю, 5 июля, в 1082-м тираже, посвященном Дню семьи, любви и верности, мы разыграем 3 квартиры и очень много денег, ведь в мешке останется всего 3 бочонка. Так что спешите покупать билеты русского лото, они стоят всего 50 рублей. Ирина, что мы разыграем в третьем туре нашей любимой игры? С третьего тура русского лото мы начинаем розыгрыш 7 автомобилей. 7 автомобилей! А давай я на дорожку перетасую, перемешаю бочонки в мешке. Об этом меня часто просят игроки в студии и любители нашей игры, которые играют с нами возле телеэкрана. Номер 54. 54. Теперь, дорогие мои, борьба идет номер 71. 71. За то, чтобы первым, номер 19. 19. Успеть зачеркнуть все 30 номеров в своем билете. Номер 63. 63. Номер 90. 90 ровно. Дедушка. Номер 56. 56. Если вы успеете первым это сделать, номер 74. 74. Причем в игре принимают участие только купленные вами билеты. Номер 6. Точка внизу. Точка внизу. Номер 78. 78. Вы явный претендент на автомобиль номер 17. 17. Где мои 17 лет? Номер 43. 43. Сталинград. Номер 57. 57. Первый спутник. Номер 86. 86. Номер 89. 89. Номер 42. 42. Номер 79. 79. Номер 21. 21. Номер 36. 36. Номер 28. 28. А это бочонок номер 40. 40 ровно. Али-Баба и 40 его разбойников. Номер 70. 70. Юбилей. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграл один билет, купленный в Нижнем Новгороде. Поздравляем, вы стали автовладельцем. Итак, первый автомобиль разыгран. Но у нас еще есть 6. И мы продолжаем. Мы продолжаем розыгрыш.
Нет, нет, нет. Вот так вот, чуть повыше. Чтобы было совершенно объективно и не видно, что там в мешке. Номер один. Итак, первый обладатель автомобиля. Выиграл еще один билет, купленный в Москве. Поздравляем, вы выиграли автомобиль. Стало быть, теперь у нас два автовладельца и еще пять автомобилей впереди. Номер 15. 15. Выиграла два билета выигрыш автомобиль на каждый выигрыш билет. Поздравляем вас. Итак, нехитрый подсчет показывает, что 4 автомобиля разыграны. Еще есть автомобили для вас. Номер 58. 58. Выиграла два билета выигрыш автомобиль на каждый выигрыш билет. Поздравляем вас. Стало быть, 6 автомобилей. Еще один в розыгрыше. Если будет несколько выигравших, мы разделим эту сумму между вами. Номер 18. 18. В седьмом туре стоимость оставшегося одного автомобиля разделили между собой 4 билета. Каждый из вас выиграл 137 500 рублей. Поздравляем вас! Поздравляем! Друзья, меняйте свою жизнь к лучшему вместе с «Русским лото». Призы этого лета – загородные дома и автомобили, туристические путевки и деньги. Вы можете выиграть 9 квартир, 3 из которых на море. Приобретайте билеты на все летние тиражи и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с «Русским лото». За 50 рублей стать обладателем квартиры – это просто чудо, ну согласитесь. Мы приступаем к розыгрышу 20 скутеров. Итак, для тех, кто любит прокатиться с ветерком, номер 22 – скутеры. 22. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграли 4 билета. Каждый из вас выиграл скутер. Поздравляем вас. Итак, 4 скутера из 20 разыграны. Номер 85. 85. Выиграли 9 билетов. Каждый из вас выиграл скутер. 13. 13 скутеров. Номер 53. 53. В 10-м туре стоимость оставшихся 7 скутеров разделили между собой 10 билетов. Каждый из вас выиграл по 35 тысяч рублей. Наши поздравления! Наши поздравления! Ну а теперь и идусь. Очевидно, оставшийся денежный призовой фонд. Мы переходим к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. А мы уже перешли. Номер 4. 4. Теперь надо быть особенно внимательным. Номер 39. 39. Сумма выигрыша в каждом туре. Номер 73. 73. На вашем экране номер 80. 80. Бабушка номер 33. 33. Кудри номер 7. 7. Кочерга. Номер 75. 75. 7 пятниц на неделе. Номер 66. 66. Валенки. Номер 82. 82. А бабушка, ты надвое сказала. Номер 50. 50 ровно. Полтинник. Номер 49. 49. Так, номер 64. 64. Это шахматы. А это номер 45. 45. День Победы. 45-й год. Номер 24. 24. День и ночь, сутки прочь. Номер 47. 47. А это серебро. Номер 62. 62. Вперед и дальше. Номер 72. 72. Мы приближаемся к финалу. Номер 69. 69. Туда-сюда. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража. Сегодня в «Русском лото» было разыграно 22 миллиона 524 тысячи 900 рублей. Поздравляю всех, кто победил. Итак, от души поздравляем всех, кто выиграл в сегодняшнем тираже. Проверим еще раз наши билеты. Вдруг вы что-то пропустили. Для этого совершенно просто нужно, во-первых, проверить, пуст ли наш игровой мешок. Мешок пуст. Он пуст, я был в этом уверен. И вот 4 бочонка, которые остались в мешке после окончания игры. Номер 87. 87. Номер 67. 67. Номер 32. 32. Номер 88. 88. Если в игровой сетке вашего билета нету ни одного из этих 4 номеров, значит, ваш билет выиграл! Друзья, а проверить, выиграл ли ваш билет, вы можете в газете «Аргументы и факты» по средам или же ежедневно на сайте stoloto.ru. Ну вот и подошла к концу наша сегодняшняя передача. Я от души поздравляю всех, кто выиграл. 50 рублей за билет «Русского лото» совсем немного. А выиграть можно то, что просто поражает мое воображение. Итак, наша передача завершается. Ее завершает Родион Газманов, который поет очень актуальную для сегодняшнего дня песню. Она называется «Лето». До новых встреч! Дорогие друзья, в нашей лотерее играют целыми семьями. Сегодня в День молодежи я обращаюсь к молодым людям, которые активно используют социальные сети. ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Участвуйте в конкурсе «Наша семья» от жилищной лотереи, разместив фотографии в этих социальных сетях. Побеждайте и фотографии родных.
для вас людей появится на специальной серии билетов «Жилищная лотерея». Также конкурс проводится в газете «Аргументы и факты». Более подробную информацию о конкурсе вы узнаете на сайте 100loto.ru. С тобой в небо не хочется, с тобой на земле останемся, с тобой никогда не расстанемся, с тобой друг в друге расплавимся. Солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне, и пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето. Увидимся в следующее воскресенье. Торопитесь за билетами, ведь 5 июля мы разыграем сразу 10 квартир в наших двух лотереях. 3 в русском лото и 7 в жилищной лотерее. С тобой одинаково разные, с тобой и все этим сказано. С тобой я все, что хотела ты, с тобой загорелое тело. Ты солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне, и пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето. И пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето. Солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне, и пускай никогда не кончается лето, 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 пускай никогда не кончается лето.